Сашка-то где? В садике, в садике у Пети, ну я в 5 утра. А у Петьки же? А он в 5 утра, он с 5 до 6 там работает. Женщину бояться, бля, грех. Нахуй. Женщину хотеть надо. Я однолюб. Вот ты, ёлки. Чё, рыжего любишь только? Всё, ребята. Всё, пошла. Торт, он, видишь, всё ещё остался. Булёк не доел, что ли, торт? Что привезли? Да. Рыжий, ты пока электриком, люстру повешай сюда, нахуй, вон, люстру. Это сам. Пускай только светлый. Чё, опять на коляске вставать? Свет не буду туда проводить. Не, просто люстру так повешай. Там толк, нахуй, если не понял. Подсоединяться, мне не знаю, что сурахом свет. Не надо больше быть. Жека, кому суешь? Свет, да. Пошёл ты нахуй, что принесёшь, да, скажи? А, открывай. Покажи ему кулак, нахуй, ты чё, хуёл, блядь? Блядь, полезно. На бокале, блядь. Не покажешь? Почему? Уважай, Женька. Я и тебя уважаю. Молодец. И его уважаю. Всех уважают, правильно, дед нам? Давай в бой помогай, открывай нам. О, аккуратно, нахуй, каску одевай хоть, блядь. Ты что без каски, блядь? Кто его допустил без каски работать? О! Дед, аккуратно убьет нахуй тебя обоим. А он в каске где-то ходит. Вот эти мишки одноразовые. Ой, телевизор. Ой, хер на нем. Ребята, обои не мочили, они сами отрываются. А что вот это? Я, короче, пиздую по городу. Ну, никого не трогаю, ничего не говорю. Вова! Я говорю, что на это? А что это? Слышишь, говорит, это? Ну, может, он говорит, это самое. В больнице отправлять. Я говорю, и что, говорит, да, что-то, говорит, ничего. Я говорю, ну, подумать немножко, ну, там, правильно, что, говорит. А у пузы что нету этого группы? А, нет, его пузы собираются вот. Нет, его увезти собираются. Трепанация была. Да, его увезли уже сразу. Я подожди, не столько возил. Увезли. Цыган мне сегодня сразу. А, Женька, да? А ты что, ты разговаривал с цыганом, ты видел, нет? А? Видел, а тот этого, на свой валит нас, что он не виноват. Тот на этого валит, что он не виноват. А кто из них не виноват? Не, он же Пашку-то убил. Да, ну его бы купили. А кто больше? Ну я не видел, меня-то не было. Я откуда знаю? Дед, ну, помогай давай. Раз его закрыли. Давай, Люха, держи нахуй. Раз его закрыли, значит, он не виноват. Да, смотри, как он смотрит. Ну, просто так, это не будет. Он не виноват. Все, небольшой вклад сделал.
Сейчас говоришь, шмотки-то, которые не нужны, тоже выбросим нахуй. Ну, вот это вот, друзья, не сделаем. Давай большой мешок-то сделаем, давай сюда, давай сейчас нахуй все это соберем, нахуй. Буду мульсионку покрасить здесь. Буду мульсионку покрасить. Думаешь, ну посмотрим, может. Что там есть еще? Давайте сюда. Давай, давай, еще шмотки собери. Еще два мешок, шмотки соберем, да, не нужно, выбросим. Поехали. Он там. Этот тоже все сюда. Это просто, это надо. То, что хорошее оставляет. Это вроде хорошее. Да все, блядь. Хорошее, и на форточку. Все, что хорошее. Да она одно место, только эта куртка займет, блядь, на форточку. И все туда, блядь, на форточку. Все, вот, давай, поехали. Все это, короче, надо и нет ее. Че это самое? Да нахуй. Дай я посмотрю ее. Опа, рыжий сейчас тебе можешь. Раз. Сейчас я приделю. Свет сюда носить надо. Будешь. Ну, красный, понятно. Начинай стены красить. Сереж, это надо. Дед, бери краску, краску. Зашпаклю сначала. Дед, извини. Свет, это у тебя юночка. Если я бы жил бы здесь, я бы потихонечку я сидел. Жил, я последний. Это тоже надо посерать. Понял, но так вот плохо стало. Это нормально, да. Да кинь один нахуй, не найду потом вещи. Нахуй, блядь. Все найдете потом. Нахуй, шубу ты нахуй, Светка, все равно носить ее не будешь. Там, может, блядь, там больше всех в ней, в этой, блядь, живности в ней. На улице летом, нахуй. Давай деду у сына красть, нахуй. Это что за трепет? Мало кусок. Это что такое? Дед, ебанул, ты сегодня что-то не разговариваешь? Ну, блядь. Ты что у тебя, сын? Все нормально? Да все, нахуй, выкидывайте, все, ничего нет. Все, нахуй тебе это надо? Все носить не будешь, это тряпки, блядь. Ебать. Хлам этот весь мультиполон сюда нахуй, все сюда. Вот, то, что хорошее, вон туда. Вон это будет, куда это место? Ну, вон туда, наверное. Я не понял, сколько вот нет такого места. Она где-то маленькая, мягкость стегнет, наверное. Вовке дашь? Ну, а куда я еще? Сереж, вон вот туда. Вот это все нормально, видишь? Сереж, на. Такой... Хорошие вещи. Мягкость вот. Стегнет, так что она какая-то. Да нахуй он не мех, я, блядь, салоне телевизора. Куда не надо? Давай мешок грузи. Ты берешь ее? Что нахрен она мне нужна? Это нормальные. Слышь, что нас что ли? Меня что ли? Светки, ну смотри какие. На лямках. На лямках. Оботряться тогда, обосыться. Все, давай на сюда. Что, он рабочий, нет? Да. Шубу, шубу бросай на всем плешивую уже. Нахуй. Она плешивая вон. Два. Нахуй тебе надо, Сергей, нахуй тебе шуба нужна эта, блядь. Завтра, блядь. Один блядь, такой, один это. Плазма тонкий, который, блядь. Все, убрасывай, тоже все. Ванна тебе нужно, нет. Да нахуй нужно, конечно, Сережа, давай. Давай деду оставьте, шубу нахуй. Оставьте ее, блядь. Нахуй она нужна. Нахуй, давай сюда. Ты будешь ходить, давай, давай, бросай, 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 нахуй. Жека, по-моему, спать прикололся. А? Не моя. А че? Мама, ну и тем более, что память не будешь думать о мамушке. Ну давай, дай им нахуй. Ты не палишь. Выбираю человека, да? Дед, помогай. Ну, блядь. Дед, глаз вдарил. Хуй давай. Все, нахуй. Травма, блядь. Да на работе, нахуй. На работе, причем. Любя, нахуй. Чё, где мешки? Серега, блядь, фонарь сейчас будет, блядь. Сильно больно? Нормально прилетело. А чем он, головой? Головой. Я наклонюсь, я поднимаюсь и встаю. Нормальный удар с головы, запрещенный удар был, нахуй. А где ты уже пузырек в этом что делать? Пускаешь? А это что? Куда ты делал этот самый веник? А, где остался еще? Так пей, что ты? А что ты? А что ты? Ты наложила, наверное?
Что-то, не надо это нет. Все за бок нахуй. Все за бок. Да тебе пригодится. Я с Вовкой. Давай, ну, да, пригодится нахуй. Давай Вовке бомбулюк нахуй. Ага. Дед, что, чеснок поел, что ли? Чеснока поел, что ли? Блядь. Боже, закусил чесноком. Давай, Серега, включай нахуй телевизор, блядь. На кухню пускай, на кухню, маленькой на кухне будет стоять. Не по-вашему. Нет, корзина. Блядь, смотри, сколько сразу, блядь. Она чистая, туда пока никто не сходил. Давай. Подруга? Давай. Поехали. Я так вижу. Давай, Тань, бери веник. Так вот я и говорю, где веник. Где веник, блядь? А я откуда знаю? Никто не знает, стоишь, блядь. Губу опустил, блядь. Губой трясет, да? Таня, скажи, стоит, губой трясет, да. Подожди, бульдог, сейчас оставь, там еще выйдет. Нет, сейчас буду еще подожди, он выкидывается. Она Танька веником сметет здесь, выкинет, он все. Там где-то был, блядь, Танька. Там. Под вещами, не, вот здесь. Светка, выбрасывай вверх и все. Вон, рыжий гибко полоса хлопает. Где там? Сенька, пни жижем, пожалуйста, по шевелю. У нас сама не ждала, что бывает такое. Дай, Тань, дай деду Вене пока, он что хочет. Кого? Что за хуйню, да? Что ты смел? Ну, блин, нахуй, там же живность выскочит, нахуй. Нет. Блин, ну а к лету хули, блядь. Ну, а сейчас зимой-то нахуй тебе еще. Сейчас надо... Сейчас надо тебя так бульдог возьмет за ноги и подметет. Конечно, вот так. Уедная прическа, блядь. Вообще дед, блядь. Ну, на это. Вот Танюшка, когда квартиру откроет, когда там человек вам денежки кинул, чтобы вам на квартиру помыться. Вот Танюшка, когда квартиру откроет, мы ей заплатим эти денежки. Вова. Вот, слышишь, да? Танюшке заплатим за квартиру, да, Танюшка? Да. И вы помоетесь у Танюшки. А Женька цирюльник вас пострижет, нахуй. Поехали, это бэкинг любители разбирать. Вот там вас посрегет. Вафельный нам. У нас есть вафельные. Вот посрегет нам. Танки, вон танки, здесь пуговки тоже где-то будем, дохуя. Вот здесь пробки всякие собирают. Танюшка, видите, у нас это, как мания, облигации, это все собирают. Нет, ну пуговки-то им пригодятся же. Да что она Светка сегодня не счет? У нас Светка, блядь, он прибирается, не прибирается она. Светка, блядь, всем пригодится. Того нахуй Светка будет шить пуговки, ага. Что за пакет? Где посмотришь, там пакет стоит черный? Это я мусор, мне надо туда. Так ты же убери его оттуда, дед, выдень его. Мне даже кроссовки пиздить Серегину, блядь. Все, под шумок нахуй, ну. Сюда вытащи, блядь, Танюшка моя с собой обрывает, нахуй. Ребята, вот вы видите, за что Танюшка деньги получает? Вот за это. Она, видите, какая у нас? Работящая. Работящая, без пизды, но работящая, говорит. Да. Мужика бы и хорошего, да, блядь? Да. Что, тут столько мужиков. Дед-то, блядь, видите, он, блядь, мужик, но нехороший. Ну, не хороший. Ты же такой, ты же это сам, тебе лет-то сколько, ты же знаешь, где зять-то. Кого? Светлого бы такая не Борисовна. О, какой-нибудь писюнчик-то, блядь, Танюшки, да? Чтобы для здоровья. Не секса ради, а здоровья, блядь, ей надо. Здоровье для... Да, Танюшки, для здоровья, надо мужика. Сама возьмешь, найдешь. Так она, блядь, видишь, она тебя хотела, ты видишь, ты хули, не можешь нихуя. Это хули, чего? Ну, у тебя зато брика, губа нижняя, блядь. Да, блядь. Правильно, зубов-то нету, блядь. Тем более, блядь, ты засосешь Танюшку нахуй. Ага. Чё ты, блядь? Бесполезно. Танюшку любит позу вольта, да, Танюшка? Ой, Ира, там бока ему со скоком, блядь. О, блядь, да. А дед-то, блядь, а дед нихуя не может только губой шевелить. Он специально, он наша на живца работает, но губой трясет. Сом, дед сом. Ну, губошлеп, дед губошлеп будет. Да, шлепается. Догадку тебе даже это. Да, губой трясет, кто такой? Сейчас денег попросит. А? Загадку тебе загадать? Ну, давай загадывай. 25 рублей. Ребята, очередная это. Сейчас пойду, прошу анекдот, блядь.
Ну ты рассказывал там, ты же здесь уже столько раз рассказываешь, блядь. Да вот, отгадай ее. Ну ты же давал уже отгадку. Три по полтиннику. И что? Четыре по пяточку. Один по рублю. И сколько будет? Ну сколько? 35. Нет, а мне надо разменять 25 на 10 бумажек. Да, 10, блядь, тебе. Ты только один, ну, хоть другую сгадку сказал, Женька уже, блядь, неинтересно ему, нахуй. Интересно. Что, похлопали уже? Похлопали, ну. Бульдог, ну-ка, блядь, люди дома тебе, расскажи про муху анекдот, нахуй. Давай. А то дед, блядь. Дед, вон так муж стоит, да? А что? А он же у него погонял, дед губошлёп. А, дед губошлёп. Всё. Нифига ты меня. Обалдеть, нахуй. Пошел ты нахуй. Да что ты делаешь, это же не обидно же, что, ну губошлёп, ты же губой шлепёшь. Ну так делаешь губой? Так если похмелье, так вот и трясёт. Ну вот будет у тебя дед похмелье, губошлёп. Что ты, блядь, это же не обидно. Вовка рыжий, бульдог. Я пучеглазый, Женька бомж, блядь. Я старый. Танька полтинник, блядь. Данька, Танюх, иди сюда. Да, налей Танюхе, то у нее, блядь. Она молодец у вас, одна, блядь. Молодец. Садай это. Дядь Губошев, что делаешь? Дядь Губой трех. Губой тряхнул. Танюха. Да, все-таки нахуй надо. Что это, что? Это картина. Ой, куда ты столько-то? Мало, что ли? Тебе мало, что ли? Тебе мало, что ли? Да не, принеси мне этот компот. Компот хочу я, конечно. Блядь, тебе хотел загадку написать? Да я бы тебе загадку дал. Да ты, блядь, ты знаешь, я не умею. Вон Жеки загадывал, он любит разгадывать. Загадай загадку ему. Да она за ручкой поднимала. А вон это, на полу нарисуй, тут пыль на покатах, можно рисовать. На стенке. На стенке. Пока на стене прямо рисуешь. Прямо сильнее нажимаешь, чтобы она прямо в краску входила. А где ты этим занимаешься? Граффити нахуй. Граффитист. Губошлёп граффитист. Граффити ребята рисуют. I love you, Bulldogs. Бульдогас. Диджей Бульдог. Смотри, граффити. Не умеешь рисовать. Да не, он сейчас граффити нарисует вам тут. Графику, ага. График. Побольше рисуй. Но... Я не вижу никак. И побольше нарисуй, я не вижу, блядь. Иди сюда. У меня созрение. Иди сюда, блядь, за ноздри. Иди сюда. Че? Вот окно. Да. Окно. Опять. Ну. Передняя. Да. Передняя. Окно. Ну, проведи все. Вот я тебе покажу. Ты план побега, что ли, так рисуешь? Еще Ушенко нужно. И вот все, сука, два раз не проходит. Нихуя себе, блядь. Ну, больше все задал вопрос. Молодец. Я знаю, я почувствовал. Ага. Какие сигареты это видит? Все, чтобы вот это будет выполнено. Да иди нахрен со своими бараками. Сейчас он тебе начнет так же. Иди ты нахуй, Вовка, после этого. Он так еще выговаривает, ага, иди нахуй. Пошел. Света, Света, ты что, спишь, что ли? Устала прибираться? Трое. Да, Света? Спать хочешь? А что, ты такая серьезная, что ты не разговариваешь? Иди с нами поговори хоть. Светка, ты обиделась, что ли? Свет. А? Фонарь у меня. Ну что, пускай светит нахуй. Дед губой это все светка, фонарем ходит нахуй. Так, чисто, тебе да? Туда иди. А я туда. А дед сюда. Я сюда, а ты туда. О, дед, нихуя, ну как ты сделал так сейчас? Как ты сделал? Кого? Ну так, как ты сделал? Пошел. Пошел ты нахуй. Да у меня цыганские ворота. Вот один здесь был, и здесь один, и все. И все, остальное губы нахуй. А остальные губы. Курить люблю, да? Света, Свет!
Здесь все хозяйка, Танюшка. Танюшка, нахуй, все. Серега, забирай Танюшку себе. Хозяйки, нахуй. Вторая будет любимая женщина. Тут, там будет вся сетка для любви, а Танюшка для приборки. Ее там лучше, да? Свет. О, она у нас курит опять, хозяйка. Она на Серегу обиделась. Ну, на Серегу Танька. Опять. А так я занята, я думаю, ты не снял. Ну, раздать. Бурдок, давай. Бурдок, курти сюда саморез, повесим люстру просто для красоты хотя бы. Повесим. Просто так, повесим ее. Ну, давай, что, гвоздик, гвоздик, где, ищи гвоздик. Забивай это, загни его. На проволоку завязывай нахуй, вообще похуй. Вон, вон, ну, повесим для косы, да, все. На Вовку нахуй. На Вовку, на Вовку нахуй. Там, сюда иди. Походи к Таньке. Давай, что, где у него инструмент? Опыт есть у Вовки, блядь. Андрюха вставал на его. Ну, это не шута. Тут собака, ой, кошка здесь ходит, что ли, в туалет? Ну, пахнет. Надо, значит, туда и поставить. Это пахнет аммиаком. А что вы, блядь? Да, это аммиаком пахнет. Аммиак. Кошечка. Да, вон, они где-то глысит, блёк, Саня на тебе кусит. Садись с ним на плечи. Чё делать, блядь? У тебя чё, спина как раз болит, нахуй. А что, нет вообще таблетки, что никакого стула? Порогу только не мети, а на порога. Понял я? Какой гость просто бить, загнуть нахуй. Да не надо подсоединять, просто бей гость нахуй. Так мне надо застать, я как достану? Сверху поднимешь, сверху вобьет нахуй. Вобьет она нахуй. Деда подними. Деда подними, ну вот, пускай дедушка убивает. Ну да, вообще вопрос смешно. Сейчас. Помоги нахуй деда. Просто, блядь, тебе помочь, что такое лентяй-то, блядь? Просто помочь, блядь. Ты же хочешь, чтобы люди жили хорошо. Он ровно весит-то падает, а если он... Ой, мужиков. Пусть они ебашут. Правильно, нахуй. Вот так вот здесь сказал, на. Свет. На ведро, Андрюх, встань, блядь. Что там, синяк у тебя, что ли? Отсломай. Нихуя у тебя синяк, блядь. Голова не кружится, ничего? Я за водой еще не ходил. Так вот, на воду встань, да и все, хули ты. Слышь, на воду встань, да и все. Я Света, где у тебя? Ты самый высокий, высокий у нас, блядь. Самый высокий. Серега, ты все, блядь, блядь. Встань еще, дед, постракуй его, нахуй. Да не прокинется, что ты прокинется, нахуй? Прокинется, я тебе говорю. Блядь, блядок, а что это, башка-то не работает? Крышку сними. Ты содержимое это, ведра, знаешь, там вода. Как это сам? Переверну его. Капуста, блядь, квашеная. Блядь. Как его перевернуть? Ну, что, я должен на плечик, что ли, вставать? Вот его соединяю. Вот, тебе вот, вот эти два конца только оголить. Давай, Вовку, Вовку подними тогда. Может, ты мне нахуй их оголять, нахуй, так его прижи, нахуй. Но, ты просто нахуй оголять-то тебе. Ты возьми просто гвоздь, бей туда, загни, вон, бульдог. На. Вот, гвоздь, гвоздь длинный, вбивай туда, потом загнешь его. И повесишь просто люстру. Гвоздь я специально длинный дал тебе. Нет, ты же гвоздь специально тебе длиннее дал. Прикоснись гвоздем. Давай Вовку подними. Ты сначала вбей его. Сначала вбей его гвоздь, а потом загни там его и повесишь на него. Нет, его сразу загнуть, а потом вбить. Да ну хоть вбей сначала. Дай посмотрю на его. Прямой хоть. Так просто Вовку подними, он говорит. Давай молоток начни. Вовка, вбей его посильнее, потом загнем там его и люстру повесим на него. И все, хули ты. Ебать, да, Танюшка? Танюшку-то не поднять вам, ребята. Вовчик полегче все-таки. Танюшку, если поднимать на ней, бля. Я что? Тебя не поднять на нюху, ты что, ебаный? Да нет, я куда-то. Да нет. А ты вот так достать же достаешь. Выше же. Ей, достану, ты что, устал? Я ниже гораздо. Танюшка, пожопи его, шлепните вам. Папа, доставай, папа. Где молоток? Где молоток, Серега? Давайте вон, Светка полегче, бля. Не, рыжий легкий. Сколько полегче надо? Не, Танька, если поднимешь, у тебя спина сломается. На плечи? Там вы. Где молоток-то? Ёбаный домик-то. Блядь, стаканом забили, всё, блядь. Вон, возьми. Стаканом, да, блядь, стаканом, гранёном, блядь. Возьми подсвечник, нахуй. Нет, еще стаканов и гранёшек. Дед, блядь, буянец. Ты чё, блядь? Я не трогал. Дед, не ври, блядь, дед, специально... Хули, блядь. Поднося... Дед молоток, соседка. А где киса? Смотрите, сидит что? За водой что? Вообще ушел просто. Обиделся же. Чего, блядь? Нет, нет, нет. Серега нормально. Да где у него инструменты даже не были?
Что там? Что будет? А это пускай на него встанет, на него. Таня, где молоток? Да я тут думаю... Ну ты что, он украинец все равно задевает. Давай нахуй это кулаком вбивай, да и все. Деда, понимаете, он в каске нахуй. Слышь, ты деда каской поднимай и долбите нахуй. Не, молоток. Тыщ, нахуй, так. Еще. Ему подложат железячку нахуй. Тыщ, тыщ, тыщ. Ладно, нет, не обижайся нахуй. Все нормально, я шучу. Че, блядь, деда молотка, что ли? Ёб твою мать, а? Ребята, участвуйте в конкурсе, разыгрываем магнитики, ребят. Ставьте плюсики, если хотите магнитик. Разыграем, ребят. Да, от бомжиков. Так. Ленинград. Так, Санкт-Петербург. Ленинград. Ну я понял, ну там Санкт-Петербург написано. Че ты? Ну, кирпич нашел. Печку разобрал, что ли, блядь. Иди, бульдог, поднимай его. Бульдог. Иди, да. Поднимай, рыжика. Дед, опять что ли, блядь? Дед, ты заебал, блядь, ронять нахуй. Дед, ты у тебя спина, блядь. Давай. Стремянка, нахуй. Дед, помогай, ты по страховке просто держи его. Вон ведро поставьте. Да там не могут. Нет, неправильно встаешь. Дед, давай впекай ему, нахуй. Дай ему, засади ему, вон. Вставай. Можешь вот так встать. Вставай. Все, вставай, на, гвоздь. Он все поднимет. А ты ему это, дед, а ты ему вставь ему как домкрат его. Давай, ты кроссовки-то сними. Во, давай, сетку. Светка, вставай. Блядь, сломаешь его нахуй. Да ты его сейчас... Дед, а ты ему вставляй нахуй.